Сегодня в Керчи снег. Для нас это редкость. Так что позвольте мне сегодня остаться за кадром и просто показать вам эту нашу заснеженную, чуть-чуть, правда, заснеженную красоту. Что сказать по поводу отчета, по поводу тренинга. Очень много интересного, очень много полезного. Особенно искать рекламодателей. Мне честно, мне это понравилось. Это интересно, это здорово. Наверное, все-таки потому, что мне больше нравится работать по модели ищейки. Но, с другой стороны, шестое задание повергло меня в шок. Потому что создать продукт, это просто вообще для меня нереально. Уже второй день думаю, не могу придумать, какой можно создать продукт. Мне нравится находить интересные идеи, мне нравится находить интересные картинки, пускай даже, которые помогают людям улучшить свой интерьер. Какие-то рекомендации, которые тоже помогают людям. Но продукт, если честно, я не знаю. Хотя еще буду думать, все может быть. Вот такое вот у нас море серое, но тихое. Идет снег. Вчера плюс 8, а сегодня снег. Ну, красиво. Такая красота. Такое все чистое, такое все красивое. И лебеди. Представляете, у нас живут лебеди. Каждое лето, вернее, каждую зиму прилетают. Ой, ну ладно же, на чем я остановилась? Тренинг. Спасибо, конечно, Артем и вся твоя команда. Это здорово, просто я узнала очень много нового, интересного. За рейтингом я слежу, наблюдаю. Просто праздники получились, и немножко все, конечно, посещаемость упала. Ну, немножко тоже руки опустились, но все равно я продолжаю. Взяла себя в руки. Праздники закончатся, а работа продолжается. Статьи не проблема. Находить новые, интересные, делать статьи такие, чтобы нравились людям. Это здорово. И опять вернусь к продукту. Если честно, я пока не знаю. Но будем думать. Вот попробую вам показать лебедей, правда, немножко далековато. Прошу прощения, конечно, за такой сумбур. Вот они, наши лебеди, красивые такие. За такой сумбур и за такой отчет. Возможно, это задание будет не принято. Но мне просто хочется поделиться с вами этой красотой. Вот такая вот наша зимняя Керчь. Вот этот вот наш маленький пляж. Вот такое вот у нас бывает зима.